Это моя старая картина маслом, очень многослойная живопись, аквариум. Вот он или она заглядывает в аквариум, и там, значит, пузырьки воздуха, рыбки. Вот взгляд такой. Почему я ее вот сейчас решил немножко дорисовать и кое-что вам сказать, друзья мои? Потому что я смотрю, вот почему вот всякие ролики, ну, например, у меня, да, вот у меня там много-много лайков, плюсов, и один всегда найдется, который поставит минус. И я в школе Homo Futurus, человек будущего, всегда всех прошу, двоечников, отличников, выходите, покажем, как лучше делать то, что у вас не получается, если. И вот этот один, я его хочу найти. Я его хочу найти, потому что, ну, никак он не обнаруживается. Ну, все плюсы ставят, а он минус. Вот и хочу понять, в чем же там дело. Если двоечник, выходи. Выходи в эфир, я покажу, как тебе делать эти приемы лучше, если у тебя что-то не получается. Вот аквариум. Почему я... Обратная сторона Луны. Почему вот очень много роликов в Ютубе, в интернете, вообще более скандальных. Вот скандалы там, или еще чего-то там. Но всем хочется заглянуть на ту сторону Луны, чтобы понять... Как же за той чертой, что происходит, как в аквариуме? Что же там происходит? Вот я так понимаю, что с каждым годом человек должен быть мудрее, красивее, благороднее. Ну вот посмотрите на меня, да? Красавчик, нечего сказать. Но если что-то не так, то это следы старых грехов. А помните вот из жития святых, там кто-то, значит... пошел в тапочках или на босу ногу по морю и стал промокать где-то, вдруг вспомнил, грех совершил. Оказывается, когда он дома подметал пол, что-то он там, мусор немножко оставил, поленился. И вот, пожалуйста, стал промокать. Но у каждого человека, как говорится, в шкафу скелеты и так далее, и наш метод саморегуляции ключ для того, чтобы... развивать у себя способность справляться с этими недугами и недостатками. Потому что здоровье – это не отсутствие минусов, а способность создавать у себя плюсы, преодолевать вот это. Ну, как раз таки метод для того, чтобы преодолевать легче, чтобы время от времени разгрузку делать, восстанавливаться, настраиваться и во время упражнения разгрузки. И особенно... На онлайн-курсе «Волшебная подушка» я показывал, как перестраиваться для того, чтобы была новая стратегия жизни. Чем больше стресса, тем больше сил. Чтобы мы могли научиться управлять самой высшей из энергии, энергией стресса. Потому что стресс постоянно у каждого из вас, у тебя постоянно стресс бывает, и ты даже этого не замечаешь, потому что пропадает точка отсчета, и ты, когда в стрессе находишься, кричишь, допустим, на кого-то, или на детей, или на сотрудника, или с другом поругался, ты в стрессе, потому что это не то состояние, которое нужно, а когда ты в нормальном состоянии, у тебя состояние творческое, и там в разгрузке все это делается путем разгрузки, ты... отсоединяешься от всех наваждений, от всех сует, тревог, беспокойств дня, и выходишь на состояние внутреннего покоя, душевного равновесия, и ты начинаешь понимать, как и что устроено, и находишь лучшие решения в любых областях, вплоть до изобретений. Поэтому я обучаю изобретателей, спортсменов, художников, режиссеров и разных людей. Потому что это метод ключ, это синергетический эффект всех разных методов в новом качестве, простой, доступный для практического применения любому человеку, особенно тебе нужно это. Особенно тебе, если ты двоечник, если ты не знаешь, как сосредоточиться. И поэтому, когда ты что-то видишь, ты сразу эмоциируешь, самоутверждаешься, у тебя рефлексы, самоутверждение, вместо того, чтобы вникнуть в тему, выходи. Выходи в школу Homo Futurus, тот, который ставит единичку против всех, которые сотнями пишут плюсы, а ты ставишь минус,
ищу тебя и покажу тебе обратную сторону Луны. Выходи.